Обстоятельства авиакатастрофы, в результате которой легкомоторный самолет рухнул прямо на торговый центр, устанавливают в австралийском Мельбурне. Все произошло через несколько минут после взлета. Машина, державшая курс на остров Кинг, потеряла высоту, после чего пробила крышу центра и взорвалась. На борту, сообщили в полиции, находились пятеро – пилоты и туристы из Америки. Все они погибли. Лишь чудом удалось избежать большого количества жертв. Торговый центр еще готовился к открытию. Внутри было немного людей. Есть данные, что пилот перед крушением сообщил об отказе двигателей. Я видела самолет. Его как будто раскачивало из стороны в сторону. Вот так. И он был так низко. Я испугалась и забежала в супермаркет. А потом услышала грохот. Прогремело несколько взрывов один за другим. А потом все было в огне и в дыму.